Найти неисправность в машине. Бесплатно отключить иммобилайзер. Прокачать и типануть тачку. Обзор оборудования. И юмор. Ссылка в описании. Липтико. Сенсация. Сколько был создан киборг. Этот сверхчеловек встал и заговорил. И что же он сказал? Мелочь есть, а если найду? В моем коротке очень легко определить хорошего специалиста в любой области. Если этот человек уехал отсюда навсегда, то это был хороший специалист. Скажите, сколько стоят номера в вашем отеле? На первом этаже 60 евро, на втором 50 евро, на третьем 40, на четвертом 30. Нет, спасибо. Ваш отель недостаточно высок для меня. Она могла бы нарожать детей, а у них своих детишек, и не оборвалась бы ниточка жизни, а они по этой ниточке ножом. Петрович, ты вообще собираешься картошку чистить? Липтико! Скоро мы будем наблюдать, когда в суде будут выступать обвиняемый, защитник, полузащитник, нападающий. Дед Петруха, вам, наверное, скучно живется. Да почему же скучно? Целыми днями сижу и думаю. А что вы делаете по праздникам? А по праздникам я позволяю себе маленькую роскошь. Просто сидеть. Илон Маск сказал, что с вероятностью 70% он полетит на Марс. Дед Петруха сказал, что лично сам поедет и проверит. Ну как день рождения отметил? Да фигово. А что так? Да на следующий день все помнил, да при этом даже стыдно не было. Женщина, прибиравшаяся в мастерской известного художника-абстракциониста, случайно опрокинула краски на его полотно, тем самым увеличив его стоимость десятки раз. Сегодня ночью у меня в доме похозяйничал барабашка. Мало того, что он выпил всю водку, пиво и съел всю колбасу, так он мне еще не спаслал головную боль. Смотри это видео о том, как я провожу свой выходной. Так, это же фотка, где ты лежишь на диване. Это видео. Если кто-то играет футбольным мячом на волейбольной площадке в баскетбол, то дело, скорее всего, происходит в России. Подписываемся, кликаем на колокольчик. We'll be right back.